Выделяем созданный текст. Правая кнопка мыши. И самый нижний пункт меню. Превратить текст в форму. Теперь у нас текст. Если мы посмотрим в инспекторе слоев, нажав на карандашик, представлен в виде отдельных букв. Выделим все эти буквы, нажав на первую и придерживая кнопку Shift, пролистывая до конца последней, нажимаем на последнюю. Все буквы выделены. На 5 секундах ставим keyframe. В момент времени 5 секунд у нас все буквы соберутся в этом месте. Переведем бегунок на начало ролика, на начало этой сцены. Снимем это выделение. И буквы по одной раскидаем в разные стороны. Но бежевым. А невидимый уберем. Конец ролика передвинем поближе к 5 секундам. И попробуем запустить.